Вообще Царство Небесное. Огонь. Яша Яковлев? Да, он же там, Олег, работал, он все ходил, каток чистил, да. Каток всегда чистил, катался, ты же тоже видел. Да, он на коньках катался. Вот, и тут я в очередной раз прихожу, он там тоже на коробке с ним, разговариваем с ним. Он говорит, вчера катаюсь, тут дети какие-то ко мне подходят, спрашивают, а правда говорят, что вы шаман? Я же посмотрел, говорит, да. Они, дети задают вопрос ему, а почему мы так плохо живем, Мирина? Нашка им говорит, а потому что вы живете против солнца. Дети ушли. А я тут вообще анализирую ситуацию после этого рассказа его. Вот посмотришь, да, вот даже хожу в школу детей, отвожу или забираю визу, хожу. Эти, как его, физкультуру проводят, они бегают вокруг школы и бегают против часовой стрелки. А против точно, солнца, да, бегают. Я видела. Ага. Против солнца бегают. Постоянно. Мне так все хочу подойти физруку задать вопрос. А почему бегаете против солнца? Они не по часовой, а бегают вот так вот. А линия как бегает? Правила дорожного движения в автомобильные тоже разворачиваются против часовой стрелки. И многие такие вещи вообще в миру. Вот, вот так наблюдаешь, когда все идет против часовой стрелки. Да. Олени в коралле закручиваются по часовой стрелке. Mm-hmm. Потому что это животные. Домашние олени. Mm-hmm. Закручиваются по часовой стрелке. То есть они живут по солнцу. У меня, кстати, фотографии с девой с Яшкой разговаривает, он на коньках стоит. Да? Ты был без коньков? На коньках и на этом, на прям на. Ну, это, может быть, тогда мы с ними не разговаривали. Где она у тебя? Такая-ка? В цифровом формате. Кстати, у меня фотографии куда-то все слетели, надо их не найти. Я перекидывала с одного компьютера на другой фотографии. Ну, ты знаешь, что у меня какие-то есть фотографии, где ты помнишь, оленеводов снимала? Потом сейчас сижу, еще курю, вспомнил это, оленьи горки. Здесь они бегут по прямой, туда-обратно бегут. А в Мурманске оленьи гонки, вот у них там на долине. Mm-hmm. Вот, да, вот, против часовой. Тоже против часовой стрелки. Все почему-то против часовой стрелки. В спорте все против часовой стрелки. Вот смотришь, это бег везде, вот это, Олимпийские игры, все против часовой стрелки бегут. Почему вот так? Налево ходят, не знаю. Почему не по часовой-то стрелке? Все против часовой стрелки бегут. Ну, знаешь, Яша прав. Яша прав, да. Живем не по солнцу. А животный мир, видишь, он на лени загоняешь коралли, их закручивают, они закручиваются по часовой стрелке, ну как, по солнцу закручиваются. Животный мир. Ну, говорят, что дикарь тот против часовой стрелки закручивается. Я не закручивал дикарей, не знаю. Ну, так слышал. Вода в водовороте как закручивается? Тоже по солнцу закручивается. Вот солнце не наблюдал никогда. Сидишь у человека, смотришь, где это закрутится. Тоже по солнцу закручивается. В природе видишь все по солнцу, а человек живет против солнца. Я такие анализы делаю. Я много чего анализирую вообще по жизни.